Так, все, вот я запустил у меня. Да, ребят, у меня что-то вылетело, вот у нас уже ночь наступила. Да, и это была У тебя попытка, мясо это была есть? неудачная попытка, это... Женщина, войди в дом. А то... Женщина, ну войдите в дом. Опа, ганг нам оставил. Окей. Так, надо... Обычно девушки готовят еду, но мне пофиг. У меня мяса нет. В общем... У меня и лука нету. Так, а как? В общем, смотри. Смотри, у меня... Что за... Сегодня я домой принес на... Ой, щит, там два куска. Куда ты... Девочка, я ты не лопнешь? Отдай мне один кусок. А у меня, в общем, квест выполнился. Окей, дай мне кусок. Так, как его есть? О. Он так его тупо ест? Да. Блин. Кстати, мне тебя надо позвать. Так, как там тебя? М, артифис. Ой, щит. По-английски набираю. Так, вот, принимай. Ага. А ну съешь. Вообще офигело. Смотри, смотри. У меня фонарик и мясо. Мясо ракш. Да, так может тут. Так. А, так, будет есть. Оу. Ну мне пофиг, пускай только в ту сторону. У нас тут призраки завелись. Слушай, это... У меня такое ощущение, как будто бы ты что-то с ней не то делаешь. Да поспи, тебе полезно. Да. Ну чё? Кажется, поставлю всякой фигни, отпугивающей призраков. И прыгнул выше головы еще. Ну, а это нормально. Кому как? А, я могу ли вот так? Окей. Значит, так вот надо. Кстати, рекомендую тебе сделать кирку. Каменную. Нифига себе, он напал! Ты на кого напал, э? Да нет, я с ними справлюсь, не бойся. Черт подери, это что такое? Это чертовщина какая-то. Это козел какой-то. Это чертовщина. А что такое? А что такое? Это у него глаза горят. Чертовский гоблин. Чертовская собака. Нет, посмотри, у него глаза горят. А во лбу глаза горит. Давай за мной. О, нет, не надо за мной. О, нет, не надо так делать. Да ладно, ты глянь на это. Ну, а и недоработан. Фу. Мне удалось. Да уж. Ау. Нифига себе, она меня оттолкнула, бля. Да ты же розовая девчачья фигня, отвали. Ну, земля тут тоже розовая. Офигеть, ты это видел? Да. Как оно это делает? А, оно тебя пожирает. Погоди, а чё меня шьют, походу? Прикольно. Что? Конвейер, блин. Так, мне надо 20 досок из дерева. Мне кажется, пиксели отнялись. А вот, кстати, вот не знаю, конечно, когда умираешь, пиксели отнимаются или нет. Кажется, у меня тут, а, тут железо есть. О, железо. Ты видишь его, да? Да. Это просто камень. Вот камень. А внизу железо, вот это вот железо. Видишь, где я показываю? Да, вижу, конечно. Давай, как настоящие профессионалы, как в Майнкрафте, будем копать под себя. А вот так не надо делать. Почему нет? Вот чего. Ай. Этот откуда гад взялся? Как тебе конвейер? Знаешь, ты так забавно летал.
Нет, ты сейчас только что так забавно летал, я говорю. Я не летал. Нет, ты летал. Я падал. И... Ну да, ты падал, как в космосе. Переворачивался. Я не переворачивался. Ну, это ты, у меня... Ты что выкрал? Что ж ты такое... Кто? ...делаешь со мной? Кто, я? Нет, не ты. С чего ты взял, что ты? Потому что кроме меня никого здесь нету. Ну и тебя. Нам нужен кэмфайр, несколько коблстоуна и... Дай мне коблу. А, сейчас, подожди. Так, да. Скинь меня коблы побольше. Скинь в меня коблы, говорю. Скинь в меня кирпич. Ты скинул мне коблы? А? Сейчас. Держи. Скинь мне этого, как его, дерево. Бери, бери. У меня дерева нет. А, его не надо, кажется. Да, не надо. Мне коблы недостаточно. Ну вот, вот, бери кобла. Все равно недостаточно. Ну, еще надо 7. Мне тоже надо. Погоди, а что если? Так, надеюсь, эта штука дружелюбная. Да, эта штука адская дружелюбная. Которая? Ну, которая с черепом, который, у которого, ну, глаза, да, светятся. Она это дружелюбная. Это из-за того, что я ее ударил, она напала. Ты что хочешь? Смотри, видишь, она дружелюбная. Ой, я упал куда-то. Давайте, Реса, добывайся. Так вот. Оу. Ты чё там? А я пещеру нашёл. Ты чё? Нет, там большой, очень большой монстр 10 уровня. Да ладно, давай я тоже помогу. Нет, я ему 1 хп отнимаю. Прикол, у меня крафтинг тейбл доступен еще вдали от него. Зри. Но это не террария. Нифига себе тут! А чё ты даже не говоришь, что нашел? Тут шар! Я... Это не шар, это гонг. А это... Кто это такой? Чё это за мужик? Это не мужик, это баба. А чё он бегает и спит? Может его убить? Нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. За нами потом прилетят и убьют. Ой. Кто? Другие птицы. Это птица? Да. А что ты взял? А это раса такая. А с чего ты взял? О, прикольно, в него стучать можно. Давай его убьем. Не надо, не надо, не надо. Почему? Да ну, не надо. Он потом сюда прибудут, обнаружат. Нам нужно это написать роман вместе. Бред. По-моему, он бредит. Да, она. Мне пофиг. О, смотри, фигня какая-то, пока. О-о-о. Нет! Блин, я сейчас замерзну. Впустите меня в дверь! Ау! Эта фигня влезла к этой птице в дом, и птица мгновенно ее убила. Но у нее же мотыга. А ты фигня убила меня. Ну это птица же ведь, мотыга. Какая мотыга? Она мотыгу убивает, эта птица. А смысл? Ну, смотри, поставь не... яблоко на голову. Нет, да ладно! Это... Тут что, можно вот так добывать? Ну, да ладно. Да. Правда, они все равно становятся. В общем, надо несколько луков одновременно взять. А, нет, нельзя. Ой, козел. Не, ну вместе с тобой, чтобы фигачить.
Ага. Из двух луков. А вообще лучше всего взять железный лук. Он вообще по 100 хп Что херачит. лучше, золотой, потом самый лучший это адамантиновая какая-нибудь. Ну, в принципе, диамондовая она лучше, но... Диамондовая ват. Ну, алмазная. What are you talking about, man? Так. Походу, мне все еще недостаточно. А, нет, все, вот. Ты видел, как я сейчас уворачиваюсь от мобов? У меня печка есть. Ай, меня сейчас сожрут. Иди ко мне, я тебе печку подкину. И назад ты мне ее должен скинуть. У меня уже нету. Иди ко мне. Иду. Вот я. Это, вот. А, только мне назад скинь. Теперь надо железные слитки. Да, я знаю. Скинь. Сейчас. Смотри, смотри, как, смотри, как лучше гнется. Хотя, смотри, смотри, как. Ладно. Так, надо поставить печку, но лучше бы это вот так тут делать. Смотри, далеко можно поставить все это. Мне надо землю добыть. А мне дерево. Блин, говно планета для ресурсов. Хоть на заднем плане полно деревьев. Ты записываешь? Да, конечно. Да ну, а как же без этого? Ну, действительно. Ты сам на свой вопрос ответил вообще. А, я не знал, что ты записываешь. Почему? Так. А, надо дерево. Не, я говорю, неудачная планета. Тут, конечно, мобы первого уровня, но при этом ресурсов мало. Одни грибы. Ну, грибы тоже вещь. Если бы еще галлюциногенные были, тогда вообще супер. Да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я слышу, у тебя там свинья. А ты откуда знаешь? А, да, ты слышишь. Как ты слышишь? Ух, эти колонки. У меня колонки выключены. Колодки. Я упал. Колонки. Колодки. Я упал. О. Я упал. Какая-то летучая мышь летит. Да тут вообще все покемоны. Покемоны? Да. Ну, покемоны так покемоны. Тут оказался. Действительно. О, что у тебя здесь? Там ничего, кажется. Блин. А чё ты? Почему ты всё время хочешь меня огорамить? А, потому что вдали. И? Я вот вдали. Там всё объясняет, блин. Да. Блин. Кончилась земля. Чё-то я не понимаю. Кстати, здесь вода. А, воду ты какого можно... фига делаешь, не ломай. Смотри, здесь воду можно уничтожить. Я знаю. Вот откуда? Нам же она не нужна, по идее. Вот так, все, думаю, хватит. Так, еще чуть-чуть. Все, отлично. Тогда вот тут слегка поменяем местами. Так, дверь надо закрывать за собой. Так. А, мать, а ну-ка. Как это менять? Как поворачивать? Так вот. Ах, тя, ну-ка, ну-ка. Погоди, отойди. Я могу? Так, только вот так, да? А, нет, я не вижу. Прикольно, мне можно это так готовить всякую фигню. Так. Так, значит, что там надо? Там надо металл. Нам нужна кирка. Потому что долго будем копать без кирки металл.
Видишь, какают. Да. Где вороны? Где ворон-то? Ворон слышен, ворон не видно. Ага. Так, в общем, нам надо это, как его, зажарить. А, в общем, добыть две железных руды и зажарить их в печке, чтобы получился железный слиток. Вот такая фигня. Смотри, что у меня есть. У меня тоже есть. А ты так сможешь сделать? Погоди, мне надо приготовить для этого. У меня в одной руке фонарик, в другой мясо. Вот так-то, вот так, что такое? А, вот так-то. ПКМ и ЛКМ на каждое. Ходим по метру с фонариком и мясом. Да. А, щит! Щит! Отвали, у меня есть мясо! Может, у нас запах мяса пришло? Сила мяса сего велика. Фига себе, почти снайпер. Блин, четвертый уровень, дерьмо. Ты глянь, сколько... А, няшки, не надо! Свинки. Покемоны. Свинки, отвалите. Я уже нифига не помню из покемонов, кроме Пикачу. А кто его, блин, не помнит? Да. Нет, они даже... Алло! Мне жаль тебя. Так я резаюсь быстро. Там же кажется эти пиксели поднимали. Бедный. Смотри, он устал, кажется. Бедненький. Так, я тогда буду добывать тут. Знаешь, что? Нет, не буду говорить. О чем? Да, ни о чем. Блин, лук круче, чем меч. Я имею в виду железный. А ты знал, что у каждого раз свой меч? Прикольно. Кстати, я слышал это, есть такой, как его сказать... Ну, потом... Ну, в общем, помнишь «Аватар» фильм? Да. Этого Кэмерона? А, помнишь, там роботы такие, в которых чуваки сидят? В общем, я не знаю, вот такой должен быть, я не знаю, правда, он какой будет. Это NPC-шный или в него залазить надо будет? Я думаю, NPC-шный. Скорее всего. Но если убьем того, кто в нем сидит, то... В общем, ты меня понимаешь. В него можно будет сесть. Фиг бы знал. Бля. Погоди, блин. Нифига себе, тут железо долго добывается. Я знаю, я говорю, ну это кирко. Ух ты, там золотые твари. Меч. Ах ты, да. Золотая тварь. Да. Нет, они прям правда блестят желтым цветом. Я так понял, тут этого железа можешь только по два добывать. А, вернее, по два плавить. Нет, добывать. Ну, не знаю. О, еще один дом. Ты еще дом нашел? Да. Прикольно. Как выглядит ваш космос? Он красивый? Ты о чем? Это там птица говорит. А. Знал, что когда птица говорит, ну, у него глаза светятся? Привет. Это я серьезно говорю. Ну, бред же. Ну, это во всем разработчики НАТО. Хотя, может быть, она глазами говорит. С кем не бывает. И ест она тоже глазами, а клюв ей так для красоты. Ну. Если самец подлетит. Блин. Горло болит. Ну. Я сейчас дерево обвалю на дом. Так. Еще немного я добуду это железо, наконец. Кажется, вон слева еще вон железо какое-то. Все, упало. Блин.
Всего лишь два бревна, это мало, с одного дерева. Так. Ну добывай скорее, на. Сейчас. Все, добыл. Нифига себе. Нифига себе, прям вот так-то ровно дырка, чтобы встать можно было, получилось. Блин. Офигенно. Ух ты! Большое дерево. И ну сейчас вообще дерево добуду, зашибись. Окей. Так. Вот на железо всякое. Все, смелтим. Так, возьму себе. Ты все еще записываешь, да? Конечно. Сколько тебе уже минут прошло? А, кстати, да, это, ребят, давайте вот. А тут нам. Погоди-ка, что тут? А, так. Ты уже заливаешь первое нужно видео, да? Нужно сделать... Нет, еще я не начал. И может быть ли... Короче, нам нужно вот эту фигню сделать. И может быть мы сможем сделать... В общем, настроить контакт с более большим кораблем. Прикольно. Да. А, ну, там, мы в общем, должны быть уверены, что мы готовы ко всему до того, как мы захочем. Итак, внимание, спойлер. Нет, замолчи, заткнись, все. Иди ко мне лучше, ты пэш сюда, я тебе помогу достижух выполнить. Всем пока, спасибо за просмотр. Мы уже начинаем снимать новую серию. Пока!